Приветствую подписчиков, а также зрителей моего канала. Меня зовут Евген, и в сегодняшнем видео я расскажу, покажу, как сделать, как говорится, перед началом ролика вы видели обратный отчет для стрима в OBS. Но перед началом ролика подпишитесь, как говорится, на канал, да? Еще мякните на колокольчик, да? И не забудьте в конце видео спуститься в комментарии. То бишь, в комментарии вы по-любому будете спускаться, так как ссылка на этот сайт, да, на этот, как говорится, плагин, да, будет именно прикрепленном комментарии. Ну и, само собой, Лукасик. Жмякаем, а мы поехали. Ну и, как раньше уже я вам говорил, да, до этого, то есть мы спускаемся вниз, и в прикрепленном комментарии, да, будет ссылочка на именно вот этот плагин, то бишь мы переходим по ссылке, да, и попадаем вот на такой вот, то бишь сайт, то бишь не сайт, то бишь что, нажимаем. Здесь много всякого разного, да, сами посмотрите, может, что вам и надо будет. Есть платное, есть бесплатное. Мы наводим курсор на бесплатные виджеты и видим здесь обратный отчет. Нажимаем на него левой кнопкой мыши и спускаемся пониже. Здесь уже разнообразный, короче, обратный отчет. Но нас интересует именно откидной обратный отсчет, то бишь вот этот, нажимаем левой кнопкой мыши также и переходим уже сами непосредственно в настройки, то бишь вот так он будет выглядеть, да, здесь мы уже все напишем, то бишь здесь, где текст, мы пишем свое, например, стартуем, да, вот у меня вот тут есть, по-моему, да, размер здесь устанавливаете сами, больше, меньше, цвет какой хотите, да, посмотрите кодировку цвета и выставите, здесь я ставлю как этот шрифт, тоже на свое усмотрение ставить, но я ставлю молот, так как он, по-моему, у всех есть. И далее, здесь ничего не трогаем, нажимаем, не забываем нажимать «Применить». То есть, после того, как вы применились, к вам уже применяется ваше действие. То есть, здесь можете также поменять цвет, ну, вот как я говорил, желтый, вот нажмите на нее, и вот здесь уже выбираете. Можете таким цветом, можете таким. Вот, можете темнее сделать, да, например, и также опять после каждого действия вы все это применяете. Все, применили, цвет применился, стартуем, опускаемся ниже и копируем вот эту вот ссылочку. То бишь правой кнопкой мыши и нажимаем копировать. Ну и далее вы уже заходите в OBS, я вот зашел тут в классический OBS, да, не в OBS студии, а просто классический для слабых, как говорится, компьютер, если кому-то надо, есть видосик у меня на канале, да, то бишь мы нажимаем правой кнопкой мыши и добавляем сцену, так и пишем, сцена 2 или что у вас тут, ну, например, тоже напишем стартуем. Все, окей, все, у нас черный экран, здесь источников нету, то бишь в первую очередь мы добавляем. Что вы будете делать? Можете анимированную, да, картинку сделать, то бишь, как у меня на стримах. Ну, мы добавим просто картинку, да, добавляем и добавляем изображение. Пускай так и будет изображение, обзор. И выбираем какой-нибудь фон, да. Тут где-то есть фоны разные, образные. Ну, давайте вот этот добавим. Такой, вот, давай вот этот вот. Открыть. И напишем. Окей. Все, здесь изменить размер. Делаем под экран, да? Все, далее что мы делаем? Далее мы добавляем, вы можете добавить музыку, можете не добавлять музыку, но я попробую добавить мультимедию. Где у нас тут? А здесь его и нету, да? Здесь его нету. Да? Тогда нам это не важно, будете делать это в OBS Studio. Также правой кнопкой мыши добавить мультимедиа и добавляете музыку. Далее мы что делаем? Мы добавляем сам этот вот браузер. Ну, то бишь плагин. Добавить CLR браузер. Здесь пишем обратный отчет. Отчет. И нажимаем ОК. Здесь высвечивается у нас рамка вот сюда, и здесь мы вставляем ту ссылку, которую вы копировали на том сайте. То бишь сюда вставляем, нажимаем ОК. То бишь видим, что у нас таймер пошел, да? Там уже вы выставляете, забыл еще вам напомнить, да, что там выставляется еще время. То бишь давайте
еще раз зайдем сюда, да, и вот здесь вот укажите время в секундах, то есть здесь можете уже указать, высчитать, сколько времени у вас будет таймер, то есть 3600, это получается у нас 96 аж минут, да, или сколько? Давай, 3, да, 3000. А почему у нас так-то, я не понимаю? Укажите время в секундах. 1 час 3600. Ну, здесь уже высчитаете сами, да? 3600, получается 1 час. Ну, так сами, сами понятно. То бишь, мы здесь поставим, например, 300, да? По-моему, 5 минут. 3 минуты. Да? Также, вот сейчас на 5 минут у нас стоит. Также копируем ссылку. I'm sorry, маленечко, да? Копируем обратно, переходим в OBS. Это мы закроем. Опять здесь же правой кнопкой мыши параметры. И здесь просто-напросто меняем всю эту ссылку на ту. Нажимаем ОК. Все, 5 минут пошло. То бишь так вот и сделаете, да? Получается у нас что? Вы перед тем, как запустить стрим, да, запускаете сначала этот плагин, то бишь, да, выбираете. Потом вот вы сцены перешли, да, не запустили еще стрим. То бишь, у вас еще плагин не работает, вы нажимаете «Стартует». Все, плагин пошел обратный отчет, автоматически уже делает обратный отчет. И здесь уже нажимаете «Запустить трансляцию». Ну, на этом, наверное, и все. Кому помогло это видео. Так что подписываемся на канал, как ранее говорил. Жмякаем на колокольчик, лайкосики приветствуются. И не забудьте спуститься в комментарии. Мало ли что, может... Не только обратный отчет тебя интересует, может еще что-то тебя интересует, мы, как говорится, запишем по твоему вопросу видосик. Ну и ты засветишься, и нам будет замечательно, будет еще один топ-контент. Так что всем удачи, всем пока.